Всем большой привет! Недавно компания Mazda пополнила свой модельный ряд еще одним интересным кроссовером. Речь идет о совершенно новой модели под названием CX-80, целевым рынком которой в основном станут европейские страны. По внешнему виду, салону и технической части новинка почти во всем унифицирована с младшим двухрядным кроссовером CX-60, но при этом имеет увеличенные размеры и, соответственно, более просторный салон. Если говорить о европейских версиях, то пока доступны только две модификации. Это 3,3-литровый 6-цилиндровый турбодизель на 254 лошадиные силы и плаг-ин гибрид на 327 лошадей. Последняя основа на базе 2,5-литрового бензинового атмосферника, электромотора на 175 сил и батареи на 17,8 кВт. Производитель заявляет, что такой автомобиль может проехать до 60 км в чисто электрическом режиме. Стартовая цена базовой комплектации с такой установкой составляет 53 900 евро, а за дизельный вариант придется доплатить еще 1000 евро. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!